Всем привет! Решил заказать себе металлоискатель. Давняя мечта такая. И вот, решил посмотреть, что придет, как все получится, как все работает, как собирается, из чего состоит. Ну и в дальнейшем, возможно, летом, я уже надеюсь, будут видосы интересные. Так что давайте посмотрим, что пришло нам. В комплекте документация. Пакетики, завоздушные такие, видимо, противоударные специально, чтобы ничто друг об друга не билось. Это у нас подлокотник. Крепежный элемент в виде пистолета такой смешной. Блок управления со всевозможными настройками, отверстием под наушники, подсоединение кабеля. Так, для подключения батареи, кроны по 9 вольт. Соединительная трубка с креплением под поисковую катушку. Трубка с регулятором длины. Сама поисковая катушка. Не терпится уже собрать. Давайте начнем сборку. Вставляем подлокотник в заднюю часть ручки и фиксируем крепежным винтом. Есть два отверстия, выберите себе по удобству. Ну, это уже на месте разберетесь, когда уже соберете окончательно. Снимаем эту пленочную заразу. Очень неудобно снимать. Поцарапать не хотелось ножом. Пришлось аккуратно подрезать. Такая последовательность сборки не обязательно. Просто мне так хотелось в такой последовательности это собрать. Как попадало в руки, так и собирал. Раскручиваем крепление на поисковой катушке и вставляем крепление от трубки. И слегка затягиваем, не сильно. Дальше берем среднюю трубку, раскручиваем фиксатор. Сначала одеваем фиксатор на нижнюю трубку, потом среднюю трубку вставляем и затягиваем контрагайку. Тоже сильно не тяните, неизвестно, какой пластик вам попадется. Также можно настроить по наклону саму поисковую катушку, но это уже в конце сборки, когда уже соберете ручку до конца, чтобы под ваш рост было параллельно полу. Сам блок управления. В него вставляются в нижней части две батарейки кроны. В комплекте не идут. Так что покупайте заранее. Сами батарейки сидят надежно, не болтаются. Признаки жизни есть, это уже хорошо. Надеваем сам блок управления на крепежный элемент и снизу фиксируем винтом. Вставляем две трубки друг в друга до щелчка.
Кабель от поисковой катушки накручиваем вокруг трубки для удобства и подключаем в специальный разъем. В итоге аппарат оказался добротным, сборка хорошая, ничто не болтается, не скрипит, не люфтит. Мне очень нравится, с нетерпением жду весны опробовать его в настоящих полевых условиях. А пока ждите видео, проверка в домашних условиях. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосики, колокольчики нажимайте. Всего доброго, всем спасибо.